Для начала я хочу напомнить вам одну маленькую, но простую и очень важную истину. На своем канале я высказываю свое личное субъективное мнение. Вы можете с ним соглашаться, вы можете с ним не соглашаться, но это еще не значит, что я нюхлер или профессор трансфигурации. Авада Всем бонжур, меня зовут Полина, и как вы уже поняли, сегодня мы поговорим с вами про апрельские скандалы издательства АСТ. И вы сейчас можете сказать, ну начинается, мы и так прекрасно знаем, что вы, книжные блогеры, просто ненавидите издательство АСТ, ну сколько можно? А я вам отвечу, вы заблуждаетесь. Ведь в издательство СТ входят такие прекрасные редакции, которые я люблю всей душой, как редакция Елены Шубиной, как издательство Корпус и, конечно же, эксклюзивная классика. В конце концов, именно издательство ЭСТ дало русскоязычному читателю и бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллиса и Иерусалим Алана Мура, который я уже успела полюбить всей душой. Так что заслуг у издательства немало, и их действительно есть за что благодарить. Но есть и за что поругать. И, возможно, вам кажется, что поводов для ругательств гораздо больше, чем поводов для благодарностей. Но таковы уж реалии интернета. С этим нужно просто смириться и при желании пострадать. Самый Свежий скандал пепел, которого еще, как мне кажется, не остыл, который попал даже в федеральные СМИ, это возмущение книгой Никиты Жукова. Энциклопедия Патологика Модицина вышла в издательстве в марте 2020 года. И я, если честно, даже удивилась, что скандал разразился только сейчас. Неужели Кирилл Горячев первый ее читатель? И я сейчас имею в виду вообще первый, потому что складывается ощущение, что редактор даже не заглядывал в эту книгу. Но давайте обо всем по порядку. Итак, книга Никиты Жукова, врача-невролога, практикующего врача с 43 тысячами подписчиков в Инстаграме, всем своим видом давала понять. Ну тут у нас медицинский нонфикшн, внутри будет интересная информация для тех, кому не безразлично собственное здоровье, и в принципе ничего страшного не ожидалось. Да и по аннотации мы видим, что медицина, иными словами модная медицина, это критика традиционных заблуждений, противоречащих науке. Но вот в критике этих традиционных заблуждений читатели обнаружили призыв к ненависти. Нужно ненавидеть фриков и мудаков для того, чтобы профилактировать появление новых, и для проявления своей ненависти не обязательно кидаться камнями. Достаточно просто собрать силушку в кулачок и высказать свое мнение. Как же меня бесят заднеприводные уроды, которые диктуют мне, кого уважать, а кого нет, потому что они тупые, а не говорить обычное сопливое, но я не осуждаю, почему бы и нет, каждый сам решает, что ему нужно или как выглядеть, или на каком газоне парковаться. Прикольно то, что ненавидеть-то никто не запрещал. Везде нельзя разжигать, оскорблять, дискриминировать или иным образом действовать. Но иметь мнение и высказывать его можно. На волне то ли России об этом все забывают и боятся даже шелохнуться. Однако разве сказать «я ненавижу пидорасов» является оскорблением? Открою вам секрет. Вообще-то да, является. Конечно же, в сети начался оправданный ор и в сторону издательства, и в сторону автора. И хочется задать этот риторический наивный вопрос. Ну когда-нибудь же мы будем жить в мире, где мы не будем ругать издательство эст за то, что они делают. Но ведь такое возможно. Кирилл, автор этого самого твита, который оперативно разлетелся по сети, также призвал других читателей бойкотировать АСТ, а также площадки, на которых книга продается. И тут хочется выступить некоторым адвокатам книжных магазинов и все-таки отметить, что да, в книжных магазинах работает большое количество людей, но не все они читают тот ассортимент, который представлен в этих магазинах. Ну, это просто физически невозможно прочитать и изучить все книги, которые которые приходят к тебе на прилавок. Этим все-таки должны заниматься редакторы. Как бы там ни было, оперативно среагировал на весь этот кипиш пока только лабиринт, не знаю, может быть в момент, когда это видео выходит, среагировал еще кто-нибудь, но факт остается фактом, книги Никиты Жукова в лабиринте больше не представлены. Издательство АСТ в свою очередь опубликовало свой официальный ответ и ответ самого автора на своем официальном сайте. И если честно, мне кажется, что скоро весь раздел на сайте АСТ будет состоять из таких вот оправданий. Выбирая весь смысл из этого канцелярского языка, скажу вам следующее: АСТ заявили, что фразы вырваны из контекста это слова воображаемого персонажа, воображаемый персонаж в медицинском нонфикшене но окей. А слова Дениса Байгужина, который призывает ненавидеть женщин, которые говорят, что они тупые шмары, которые должны только сосать. Это чьи а? АСТ. В ответе автора про вымышленного персонажа тоже есть речь, но он также просто говорит, что эти цитаты не имеют гейм никакого отношения, и читатель просто-напросто не понял неспецифический троллинг. Я, конечно же, не имею права судить о компетентности практикующего врача, который троллит своих читателей, возможно, потенциальных пациентов, но все-таки мне, как обычному человеку, кажется, что это так себе политика. Но, короче, маховик запущен, и и что-то мне подсказывает, что автор также уже получил свою долю ненависти, который и призывал вымышленный персонаж на страницах его книги. Далее история Дарьи Сиренко, и я дико извиняюсь заранее, если вдруг произношу неправильное ударение в фамилии. 18 апреля в Твиттере Даши появился пост, что издательство Эстени заплатило девушке гонорар за книгу и помимо этого умыкнуло ее обложку для другой своей книги. По словам Даши, чья книга вышла в 2020 году, но вышла очень тихо, Тихий пикет не зря, видимо. И тут, наверное, еще стоит сказать, что вы должны знать, что у издательств существует некий список книг, которые они продвигают, и список книг, которые они оставляют как бы барахтаться в этом болоте книжного мира, и если выплывут, окей, вы достойны жизни. Если не выплывете, ничего не было. Так вот, Даша пишет следующее. Роялти с продажи книг она ждет уже год, обложка для ее работы «Тихий пикет» была выполнена по ее эскизу и ее тестовому заданию, а ЭСТ взяли и утащили тихой сапой оформление для другой книги с фемпосылом из серии «Женский голос». И я думаю, тут не нужно ничего говорить. Обложки книги «Тихий пикет» и книги Ребекки Солнит похожи буквально как Зита и Гита. Удивительным образом, Айстей издает книгу феминистки, берет ее обложку, чтобы переработать под другую книгу с фемпосылом, но при этом у авторки вообще не спрашивает никакого разрешения. По крайней мере, если судить по цветам Даши, они должны были это сделать. И вот в этой истории вырвать из контекста или допустить какие-то иночтения уже невозможно. Была обложка одной книги, стала обложкой другой, а автор сидит и охреневает. Читаем очередное оправдание АСТ на их официальном сайте. Обложка книги Мужчины учат меня жить была подготовлена другим подразделением, которое упустило факт изначального участия Даши в разработке обложки. Гонорар автору мы выплатили, и вообще, как бы, мы попсики, которые готовы разговаривать с нашими авторами. Мы страсть как заинтересованы в том, чтобы получать от них фидбэк и делать выводы о своем поведении. Подождите, подождите, подождите. А почему же тогда нет никакой реакции на заявление Ирины Игнатенко? Это тоже автор издательства АСТ. Она же вас на минуточку называет мошенниками на весь свой ста с лишним тысячный инстаграм. Авторы, которых наебала АСТ Ларек, пожалуйста, пишите моему менеджеру. Пишите мне в директ, пишем групповую жалобу, наверное, скорее всего, и подаем на них группой лиц в суд. За мошенничество. Теперь мы подошли к самой тихой, но, как по мне, самой интересной теме этого выпуска. И почему-то про эту тему никто не говорит. А я расскажу. Ирина Игнатенко — это ТНТ «Экстрасенс», чья книга вышла в серии «Элиты экстрасенсов» в издательстве СТ в 2020 году. Я, кстати, делала на нее обзор, и, судя по всему, мой рассказ Ирине не очень-то понравился, не одобрила она мое мнение и сказала, что я ничего не поняла просто потому, что я не ведьма, и практики эти мне только снились. Это странно, потому что в ее же книге на определенной странице написано, что если вот вы дочитали до этого момента, то вы там чуть ли не ученик-чародея. Я ученик-чародея. Понятно? Ну да ладно, это все шутки шутками, речь не об этом. Меня отметили под постом Ирины, в котором она ведет некую непонятную мне, по крайней мере, переписку, вроде бы как с редактором ее книги. С каким конкретно, тоже непонятно, потому что, если что, у книги четыре редактора. Это художественный редактор, ответственный, технический и выпускающий. Из обрывка этой переписки можно сделать вывод, что Ирина жаждет разорвать контракт с издательством АСТ, но у нее не получается это сделать, потому что есть некоторые обязательства. Собеседник Ирины, который в ее телефоне подписан как редактор книги, отвечает, что для разрыва контракта нужно выполнить условия: либо выкупить остатки тиража, либо выплатить разницу с аванса, который уже ведьми, собственно, выплатили. Девушка акцентирует внимание на том, что книга продается очень плохо. Ирина выступает возмущается и наоборот уверяет, что книгу уже нигде невозможно купить. На самом деле это не совсем так, потому что книгу по-прежнему можно заказать и в интернет-магазинах, и в некоторых магазинах, так скажем, офлайновых, я тоже своими глазами ее видела. Ведьма призывает своих подписчиков доказать издательству АСТ, что книга популярна, и также делится положительными отзывами на свою работу, в своем личном инстаграме. От АСТ вестей нет. От АСТ нет вестей даже тогда, когда Ирина на весь свой инстаграм заявляет, что издательство мошенники, и она планирует подавать на них в суд. Конкретики опять же нет, но я уже вижу, уже прям вот своими глазами вижу, как пост Ирония намыливает веревку мылом. Это потому что очень смешно. Представьте себе заголовок. Экстрасенс обвиняет издателей в мошенничестве. Почему СМИ еще не обратили на это внимание, я правда не понимаю. Я пока смотрю на всю эту ситуацию только с позиции звезды ТНТ, потому что никаких вторых сторон здесь пока не появилось. А СТ, по ее мнению, ее в чем-то обманули, и она хочет их наказать. И наказать не какими-то экстрасенсорными, сверхъестественными способами, нет. Банальными человеческими судами. Мои предположения таковы. Ирина уверена, что издатель ей врет, и, собственно, она хочет их наказать. Все. Никакой другой конкретики у меня нет. И пока, если честно, я так и не поняла, в чем же конкретно заключается то самое мошенничество, в котором Ирина обвиняет своих издателей. Пока вся эта ситуация на следующем промежутке пути. Ирина призывает своих поклонников поделиться своей книгой в сети интернет. Она говорит, что это не совсем правильно, но, с другой стороны, мне кажется, она, как автор этой книги, какой бы эта книга ни была, по моему личному субъективному мнению, все-таки имеет отношение к авторским правам. И вправе делать с ней все, что захочет. Хотя, опять же, я не знаю всех условий контракта. Вот пока такая у меня есть, как говорят журналисты рыба, пока такая у меня собирается фактура. И тут, наверное, я воспользуюсь своим собственным положением. Ирина, мы с вами, как бы, уже так косвенно, пиксельно знакомы. Вы даже предлагали мне станцевать Польку это было очень смешно. А я же в ответ хочу предложить вам станцевать вместе. Как вы, Ирина Валерьевна, можете понять, сентиментальных чувств и некого пиетета по отношению к КСТ у меня нет. Политика издательства, как можно понять из этого ролика, последнее время, как их читатели, меня тоже напрягает. Так что давайте бороться вместе. Если вы уверены, что издательство вас действительно в чем-то обмануло, если вам нужна любая информационная поддержка, если вам нужен, если хотите, союзник то можете предложить своему менеджеру или там фамильяру, не знаю, написать мне напрямую, рассказать и поделиться всей ситуацией, как она есть. В описании вы можете найти мою почту. Буду ждать. И сразу хочу отметить, мне тут вообще абсолютно не важно, кем вы являетесь на самом деле. Ведьмой, экстрасенсом, кактусом, полярным, вообще не важно. Здесь вы в первую очередь в этой ситуации автор своего текста. Авторы АСТ сейчас массово судятся с книжными блогерами, и если стрелочка все-таки повернется в их сторону, мне будет просто любопытно на это посмотреть. Репутация АСТ, как мы с вами прекрасно знаем, уже конкретно подмочена действиями их же авторов, тех людей, которым они предлагают издавать у них книги. Поэтому я буду следить за развитием событий, мне прям безумно интересно, я испокон веков слыла любопытные варвары и ничего с этим поделать не могу. Но все таки я вам предлагаю высказать свое личное, опять же, субъективное мнение здесь в комментариях под этим видео. Давайте смотреть по крайней мере, пытаться смотреть на все эти ситуации объективно, и мне будет интересно услышать ваше мнение. Ну а я буду на этом с вами прощаться совсем скоро. На следующей неделе выйдет новый обзор, и спойлер это будет хорошая книга, и мы с вами будем и дальше читать вместе.